Огоньки, светлячки золотые, ярким светом сегодня зажглись. К молодым на свадьбу родные и друзья близкие собрались. Вижу здесь я знакомые лица, взгляд гостей обращен к молодым. И хочу я, друзья, обратиться в этот день торжественный к ним. Вам шагать рука об руку вместе, для вас отныне дорога одна. Были вы жених и невеста, а теперь стали муж и жена. Значит, как вот этот богатый хлеб, так и ваша жизнь пускай будет богата и детьми, и счастьем, и радостью. Живите дружно, берегите друг друга. Счастья, радости вам, молодые, а печаль навсегда позабыть. Как цветов ненаглядных букеты, жизнь вам так же красиво прожить. Пусть любовь вас двоих окрыляет, дети радуют ваши сердца. И преград никогда пусть не знает ваша долгая жизнь до конца. Вам шагать рука об руку вместе, для вас отныне дорога одна. Были вы жених и невеста, а теперь стали муж и жена. И бокал я за то поднимаю, чтобы вас не коснулась беда. И от чистого сердца желаю вам любовь сохранить навсегда. Так что не подведите, будьте счастливы.
Горько. Ну и достатка вам. Горько. Горько! 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 Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, 11. Нет.
зрителями. А следующий поцелуй по-барски. Он на стуле. Игорь, возьми, пожалуйста. Становись или садись на стульчик. Он барин, сидит на стуле. Она крепостная крестьянка, несет ему закуску. Он отпивает, закусывает и целует, где захочет. Называется «Как невесту джигит догоняет». Начинается он так. Восточная невеста смущается и прячется под фатой. Джигит, на добра коня садясь. Где у тебя конь богатырский? Скачет к смущающейся невесте. Невесте, а потом дождется. Вот, вот. И целует прямо с коня. Целует, целует. Что ж так быстро-то? Конь, верните, пожалуйста, жениха к невесте. Это был последний поцелуй. Горько молодым! Горько! Ну что, не продемонстрировали? Одно место мы можем, да, освободить. Но мы сейчас спросим. Спросим, что, в какое второе задание? Вдруг вы пригодитесь нам еще. Да, мы хотим еще, чтобы нам молодые танцевали ламбаду. Паровозик счастья, что... Всем пожелаем молодым счастья, к ним присоединитесь, пожалуйста. Готовы? Кто желает счастья, присоединяйтесь. Счастливых паровозик наших гуцают девчата, танцевали до зари, покосилась хата. А потом пошли плясать, все мы по дорозі, і стоптали каблуки, і натерли нозі. Сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, да на селі. Сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, на веселі. Ліза! Отдаю тебе ее на вечное пользование. Береги ее, люби, цени, и ты держи себя в руках. В общем, счастья вам, наилучших дней и ночей, ночей лучше, чем дней. Всего самого хорошего, в общем. Добрый, счастливый путь по семье. Спасибо большое. Поднимайте, пожалуйста, бокалы, чтобы все сбылось. И вы такие нарядились красивые. Просто изумительно. Я люблю вас. Ты моя. Итак, две команды. Аккуратненько, оно липкое, поэтому не обязательно прям полностью лепить, но чтобы было видно, что там ушки, глазки, носик, юбочка или там что-то еще. У нас будет здесь девочка. Это команда, а здесь у нас будет мальчик, причем всей командой, всем столом, чтобы все участвовали. Начинаете с этого конца и передаете к невесте, а вы лепите мальчика, передаете к жениху. 3, 2, 1, лепим! Поехали все вместе!
слепить. Это волосы. Девочки, давай, влепляй. Девочку лепить. Давай, Никита, сделай. Как две груди. Телевизора поставим. Давайте. Мальчик, готов? Готов. Я готов. Большой такой. Красота! Вы имена придумали? Сюда, пожалуйста, молодые наши. А у нас Милена. Вот посмотрите, пожалуйста. Это у нас мальчик, это у нас девочка. Девочку как зовут? Лепнина. Лепнина? Аврора. А мальчика? Милене. Акаки. У нас Милена, мы слышали? Кого выбирали? Мальчика или девочку? Девочку! Я не могу понять, что у девочки здесь. Давайте забавимся. У нее все. Микрофончик. Микрофончик. Что здесь? Как у тебя сразу все. Давайте мы брату дадим. Чтобы все слышали. Опишите, пожалуйста. Опиши Лепнину. Там есть все после салона. Бантики, сережки висят, губы, видишь, силиконные. Красная помада. Такая брошка золотая. Она после солярия, видишь, она губы там. Апельсина его немного подсолярили, поперчили, все как положено. Она вкусная. У мальчика более понятнее все. Ну, мальчика правильно проще. Девочка миниатюрно сложная. И закатка какая. Так что кого вы выбираете? Мальчик или девочка? Обои. Двойни или близнецы? Аплодисменты, пожалуйста, молодым. И мальчик, и девочка у них будут. Вот по одной какой-то. Покажите сумме. А я скажу, на что вы готовы потратить эту сумму. Ну что, с мелочью покончим больше. Вот эти вообще не готовы тратить. Поменяйте. Экономистка. Разменяйте. Молодец. Повторять. Ну, доставайте. Показывайте вам. 1000 и 5000. Итак, на 5000 рублей у нас будет гулять ежемесячно с друзьями Игорь. И на 1000 так скромненько Наталья со своими подружками. Дальше. Так, бери большую. Игорь будет ей на 5000 подарок. 1500 рублей — это питание молодой семьи. Я не знаю, на чем экономить. Родители, они будут жить у вас. Дальше. 10 тысяч. Молодцы. Ежемесячно будут откладывать 10 тысяч на ежегодное путешествие. Поэтому полторы на питание. Прямой на чем-то экономить. Правильно. Сколько денег у меня? 500 и 1000. 1500 — это коммунальные услуги. Молодцы. Да, на этом мы не готовы. Что, у вас там остались еще деньги? Да. Остались? Это подарки друг другу. Мало. И все остальное, то, что есть. 500 и 500. Это их совместный гардероб. 1000 рублей. Ежемесячный. Ну и что у вас осталось? Посчитайте, пожалуйста, и покажите. 16. Так, кто у нас экономист, а кто транжир? А так оно и есть. Так оно и есть. То есть у нас Наталья будет не зарабатывать, а да, будет в главной семье и экономить, правильно? Ну что, бурные аплодисменты молодым? Поздравляю! Поздравляем! Поздравляем! Макрон старшего в нашем роду. Ну, чтобы второй был у нас тоже мужчина. Мы решили так. Я прошу, дорогие молодожены, выходите, пожалуйста. Я прошу вас,
вложить в эти огонечки все самое доброе, нежное, все, что вы желаете вот нашей молодой, счастливой семье. И передайте, пожалуйста, им свои огонечки. Вы подождите, пожалуйста, их свечи. Как будет так? Наталья и Игорь, дождите перед нами всеми свой семейный очаг вместе. И как только он разгорится, поднимите, пожалуйста, высоко-превысоко, чтобы мы видели, что новая семья создана. Исторический момент, друзья! Посмотрите, пожалуйста, на этот огонечек. Он еще совсем маленький. Но мы желаем, чтобы с каждым днем он разгорался все больше и больше. Чтобы на него любили приходить близкие, родные. И чтобы он обогревал и вас, и ваших будущих детей. Игорь и Наталья, самая красивая, самая счастливая города Хабаровска, да или нет? А Хабаровского края, да или нет? Тогда мы еще раз полюбуемся на них. Первый танец молодых.
уважаемые родители, мы выражаем вам огромную благодарность за всех присутствующих, за ваше терпение, уважение, любовь, за то, что сейчас у нас молодая семья красивая, счастливая. Наполняйте все бокалы, вставайте веселей, все стоят, все готовы. Я выпить хочу за тепло их сердец, с улыбкой и знаком внимания, за звание мать и за звание отец. Два самых прекрасных звания за родителей. За родителей. Ура! 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 А давайте ура! Родители всегда с нами. Yeah.